Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. Как меня видно, слышно, если все хорошо, поставьте просто плюсики в нашем чате, в чате в наших социальных сетях, да, где идет трансляция данного мероприятия. По понедельникам мы обычно проводим презентацию компании Skyway Capital. Вот, и я бы хотел сейчас задать такой вопрос, есть ли среди вас те люди, которые не знакомы с информацией о развитии нашего проекта? Если такие есть, поставьте, ну не знаю, цифру 5, может быть, да, чтобы я понимал. Потому что за последние, наверное, пару недель большой объем информации у нас появился в разделе новостей, да, что касаемо, скажем так, развития технологий в целом. Просто информация, скажем, касаемо развития мира транспорта, экологии и так далее, да, целого ряда мероприятий. И информация, наверное, касаемо в первую очередь бизнеса наших партнеров компании Skyway Capital. Кстати, есть среди вас те, кто прочитал все новости именно внутри личного кабинета компании Skyway Capital? Если да, просто поставьте плюсики. Потому что за последнюю неделю было, ну, как минимум три важных сообщения, да, о том, что, скажем так, меняются условия, меняется, скажем так, работа с платежными системами и так далее. И я знаю, что огромное количество людей у нас привыкло заходить просто на сайт, что тоже очень здорово, да, то есть у нас есть раздел новостей на сайте компании Skyway Capital, да, где много дублируется информации касаемо развития в целом, но тем не менее и озвучиваются новости в привязке непосредственно к компании Skyway Capital, да, которая является частью проекта группы компании Skyway, и Skyway Capital, основная задача нашей компании, да, на сегодняшний день, это работа в информационном поле, ознакомление потенциальных партнеров, инвесторов с информацией о развитии нашего проекта, что из себя представляет технология Skyway кратко, да, то есть какие выгоды любой человек может получить от сотрудничества с компанией Skyway Capital, и помощь в проведении платежей, информирование о том, каким наиболее удобным способом человек, проживающий где бы то ни было, да, может осуществить приобретение пакетов долей, которые есть внутри личного кабинета. То есть, по сути дела, финансово-информационное сопровождение развития технологии группы компании Skyway с целью реализации этой технологии, вывода ее на мировой рынок и строительство тех самых адресных проектов, о которых мы говорим уже достаточно давно, с одной стороны, да, с 2014 года, с момента старта нашего проекта, а с другой стороны, что такое 5 лет для крупной инфраструктурной инновационной технологии, да, причем затрагивающей мир транспорта. Я просто живу в Подмосковье, у нас здесь, скажем так, за транспорт вроде бы взялись давно, как на территории самой Москвы. Собянину говорят, да, что там молодец, там много что сделал для москвичей. Что в Подмосковье? То есть у нас сейчас развиваются московские центральные диаметры. То есть это, скажем так, чуть ли не каждые 3-5 минут будут следовать электрички с одного конца Московской области, скажем так, в другой конец Московской области. И, по сути дела, строительство данных объектов, оно ведется тоже, поверьте мне, не один год. И, по сути дела, у нас вот я живу в Одинцово, то, что там строится уже на протяжении фактически 5 лет, да, там новые платформы, новые пути и так далее, и вроде бы вот уже там где-то к концу этого года будут близки к реализации задуманного, но на это тратятся огромные денежные средства. Вот. И еще очень немаловажный вопрос, да, вроде бы для москвичей делают более доступными возможность быстрее перемещаться по территории там Московской области либо Москвы, но еще очень немаловажный фактор – экспрессы, которые бегают сейчас, да, которые появилось большое количество из Москвы, кстати, если мы вас рассмотрим железнодорожное направление, если не ошибаюсь, в 9 или в 10 направлениях на электричках можно ехать по радиальным веткам из Москвы в область. Запущено большое количество экспрессов, но есть один важный фактор, стоимость проезда в данных транспортных средствах в 2 раза дороже, чем в обычной электричке. И вот есть целый ряд направлений, есть целый ряд, скажем, тех же экспрессов, на которые укладку путей, там, да, инфраструктуры создания, потрачено огромное количество денежных средств, а людей все-таки ездить не так много, соответственно, окупаемость данных вложений будет, наверное, осуществляться там на протяжении десятилетий ближайших, даже не лет. Вот. Но, тем не менее, огромные государственные средства тратятся на то, чтобы создать данную инфраструктуру. Плохо это или хорошо? Ну, наверное, все-таки хорошо. Я подхожу больше с оптимистической точки зрения, что все-таки создается транспортная инфраструктура. Единственное, решаются вопросы, которые у нас связаны с транспортом. Да? То есть, если мы затронем, например, автомобильный транспорт, и опять же возьмем то же самое Подмосковье. Я вот сегодня ехал с человеком, ехал из Беларуси, он был за рулем и рассказывал о том, что
вспоминал, скажем так, лет 15-20 назад, когда в их семье была машина только у отца, да, то есть там отец воспитывал его, еще у него был брат и сестра и так далее, да, то есть сейчас в их семье машина есть у него, у сестры, у мужа сестры, да, у его жены, соответственно, на каждого члена семьи есть по автомобилю. Вот. В Беларуси. Соответственно, в Российской Федерации картина во многих регионах точно такая же. И дороги, которые у нас вот здесь строятся, да, автомобильные, как бы их ни расширяли, все равно, скажем так, количество автомобилей с каждым годом становится все больше и больше, и мы никуда не можем деться от тех самых пробок, ну, которые наблюдаем, да, фактически каждый день. В Подмосковье это каждый день происходит, да, утром в одну сторону, вечером в обратную. То есть люди сначала едут на работу, чтобы отдать 8 часов, и потом вернуться домой, да, и зачастую некоторые из них от 4 там, до 6 часов затрачивают на дорогу, чтобы поехать, поработать и вернуться домой. То есть практически тот же рабочий день. Вот. А в пятницу, например, либо там в воскресенье вечером, да, наблюдается исход и возвращение людей с отдыха. Причем я иногда вот тоже задумываюсь, например, люди поехали на дачу, 4 часа на нее выбирались, пусть в субботу там отдохнули, в воскресенье до обеда, а потом, скажем так, весь отдых, который у них там произошел, возможно, даже они получили какое-то количество позитивных эмоций, отличное настроение, да, вот, они садятся в машину и 4-5 часов в пробке там по шагам едут обратно в Москву. То есть весь кайф, который был получен за эти 2 дня, мне кажется, он улетучился. Хотя, может быть, я слишком пессимистично к этому подхожу, потому что, может, кто-то испытывает кайф от того, что он, скажем так, отдохнул и 5 часов потом возвращается домой. То есть за полночь некоторые джают, на следующее утро рано на работу и так далее, и так далее. То есть все это накладывает отпечаток на следующую рабочую неделю. Да? И так на протяжении, например, с мая по октябрь. Ну и плюс каждый день еще жуткий трафик при движении на работу и обратно. То есть огромное количество людей из Подмосковья направляется в сторону нашего мегаполиса для того, чтобы приехать на работу и обратно. То есть миллион людей ежедневно, скажем так, испытывают пропускную способность транспортных потоков, то есть все транспортные системы – это электрички, метро, это маршрутки, это, скажем так, автобусы, троллейбусы, трамваи, которые кое-где бегают у нас, да, то есть полная загрузка транспортной системы Москвы ежедневно. Ну и, соответственно, все это, скажем так, стоит огромных денег. Почему я про это говорю? Потому что действительно технология, которая на сегодняшний день занимается развитием и внедрением технологий группы компаний Skyway под названием Skyway, да, то есть небесные дороги, они как раз-таки призваны решить, ну вот, например, такую проблему, как уход от пробок. Да? И если, скажем так, будет построено сначала там несколько сотен, потом несколько тысяч километров дорог, а потом речь, как вы знаете, у нас идет о миллионах километров, да, дорог по технологии Skyway, которые заменят в дальнейшем уже автомобильные железнодорожные магистрали, которые настроены по всему миру. Вот в мире, если не ошибаюсь, там 30 с лишним миллионов километров, по-моему, дорог это железнодорожных, да, вот, ну и автомобильных там тоже, точнее автомобильных и сколько-то миллионов железных дорог, я вот сейчас цифру уже давно не называл, не смотрел, но тем не менее, да, то есть построено много, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, что под асфальтом, по сути дела, сегодня погребена земля, да, размером там 4-5 Великобритании. Вот. И технология, которая на сегодняшний день развивается на территории Республики Беларусь, уже, скажем так, идет строительство в целом ряде регионов тех же Объединенных Арабских Эмиратов, призвана решить те проблемы, которые имеет транспортная система на сегодняшний день, к которым мы привыкли. Это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и водный транспорт. Да? То есть это проблемы экологии, это проблемы, скажем так, мобильности, это проблемы скорости перемещения, да, потому что действительно, вот мы говорили сейчас про пробки, все это сказывается на том, что зачастую в крупных мегаполисах, да, там в областных центрах скорость перемещения транспорта медленнее, чем пешеход. Вот, огромная загрузка дорог, огромная, скажем так, загазованность воздуха в крупных городах, да и не только вдоль трасс, где перемещается огромное количество автомобилей, тоже дышать нечем фактически, да. Что еще хотелось бы отметить, что все вот эти транспортные технологии, которые мы используем уже на протяжении в среднем более 100 лет, каждую, какие-то мы уже используем более 1000 лет, да, они достаточно дороги. То есть создание, скажем так, путевой структуры, будь то автомобильного транспорта, железнодорожных путей, высокоскоростных железнодорожных магистралей. Вы знаете, сейчас в целом ряде регионов используются, скажем так, транспортные технологии, использующие магнитный подвес. Да, то есть, ну, технологии Маглев, там, на которые часто заостряет внимание Анатолий Эдуардович Юницкий. Все это стоит очень дорого. И технология Skyway,
в сравнении, например, с тем же автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, где-то в разы, где-то на порядке дешевле строительство путевой структуры, создание всей инфраструктуры, которая необходима для перемещения транспорта как в пассажирском, так и в грузовом сегменте. Вот. Значительно дешевле, чем то, что мы имеем на сегодняшний день в тех направлениях развития транспортной отрасли, которые используем на протяжении последнего столетия и более. Да? Что еще хотелось бы отметить? То есть сам проект группы компаний Skyway, для большинства из вас не секрет, был запущен в том виде, в котором мы его сегодня знаем, в 2014 году. Прошло 5 с небольшим лет. Первые шаги, скажем так, по созданию тестового участка либо полигона, как мы говорили в 2014 году, были предприняты только летом 2015 года. И вот фактически с конца июля 2015 года началось строительство экотехнопарка, который у нас находится на территории Республики Беларусь. То есть это центр демонстрации, сертификации, стандартизации группы компаний Skyway, где демонстрируются модели транспортных средств, образцы путевой структуры, которых на сегодняшний день 5 уже завершенных и 6 строится. Да? То есть все это сделано за фактически за 4 года. И я считаю, это действительно большой успех, это прорыв. И сейчас речь идет о том, чтобы, скажем так, в разных уголках земного шара огромное количество заинтересованных людей, которые познакомились с технологией, есть ярые сторонники, есть и противники. Это, в принципе, нормально, я считаю, да, потому что любое новшество, любая инновация в любой сфере, какую мы ни затронем, всегда, наверное, внедрялась через боль, да, потому что были люди, которые привыкли к тому, что есть. Вот. А самое сложное – поменять, в первую очередь, наверное, отношения, привычка. Да? То есть привычка – то, что движет большинством людей в мире. Вот. Мы привыкли там, например, вот у нас есть работа, да? Слышали выражение, то есть там твой дед был кузнецом, отец был кузнецом, ну, что тебе дергаться, и ты будешь кузнецом. Да? Соответственно, вот как бы вроде сценарий жизни уже прописан. Так касается это и технологии развития коммуникации, но в последнее время мы с вами наблюдаем взрыв, да, если мы затронем, например, сферу коммуникации, сферу развития, скажем так, того же интернета и так далее, то есть передача информации, действительно, лет 200 назад информация из одного конца Земли перемещалась, скажем так, в другой конец Земли со скоростью транспорта, то есть и транспорт, и информация двигались одинаковой скоростью, потому что там гужевой транспорт, там где-то корабли, где-то там первые, скажем так, паровозы, да, которые перемещались по рельсам, они перемещали какую-то корреспонденцию и так далее, и так далее. Потом появилось радио, да, точнее появилась проводная связь, радиосвязь. Потом у нас, вы знаете, возникло телевидение, это тоже, скажем так, источник информации. Можно было, скажем, принимать телевизионный сигнал уже даже потом, благодаря, скажем так, сначала вышкам там релейным, а потом появились спутники, да, которые вывели и так далее. Дальше у нас с вами пришла эра интернета, да, то есть эра сначала больших вычислительных машин, потом пришли персональные компьютеры, следом за ними пришел интернет, и теперь в доли секунды передается информация с одного конца Земли на другой конец Земли, и новости мы можем узнавать в течение там нескольких десятков секунд, да, что где произошло. Плюс уже, скажем так, работает огромное количество систем, там GPS, да, который позволяет в режиме реального времени прослеживать, где находится вот то же самое транспортное средство, например, сейчас многие из них снабжены системой GPS, либо там система ГЛОНАСС, которая есть здесь, да. То есть эта система контролирует, например, схему перемещения транспорта в черте какого-то города. Да? Вы знаете, что вешались табло информационное на остановках, да, и можно было, скажем так, человеку, ожидающему какой-то там автобус 5-го маршрута, видеть, когда подойдет этот автобус, да, вот там, через сколько минут он появится. В Москве пример этому есть, и в других странах это тоже есть. Это что? Это, скажем так, пример развития информационных технологий, но и транспорт в том числе, потому что в транспорте стали, скажем так, инновации в сфере информационных технологий тоже используют. Но, как говорили представители нашей компании, бывшие на мероприятии Натранс 2016 и Натранс 2018, да, это выставка, скажем так, крупный транспортный форум, в котором принимали участие специалисты нашей компании, где демонстрировали сначала созданные транспортные средства под названием Unibike, 14-местный Unibus, а в 2018 году была представлена модель высокоскоростного Юнибуса, да, Skyway. То есть они говорили, что вот инновациями на этом мероприятии считалось там создание транспортных средств, например, устройств, которые позволяют заряжать мобильные телефоны, да, появление там Wi-Fi и так далее, и так далее. А вот именно самое, что ни на есть инновация в сфере транспорта, как перемещение транспортных средств, перемещение людей и грузов, это вот как раз-таки технология Skyway. Суть которой транспортные средства подняты над землей, да, высочайший уровень безопасности, потому что транспортные средства, скажем так, перемещаются по путевой структуре,
не пересекаясь с другими транспортными средствами, не пересекаясь с другими людскими потоками, да. Вот. Высокая скорость, нет перекрестков, нет светофоров. Вот. Устройство струнного рельса, которое вы сейчас видите на экране, позволяет создать очень прочную путевую структуру, струнный рельс, который поднят над землей. Высокий коэффициент аэродинамического сопротивления, точнее маленький коэффициент аэродинамического сопротивления, да, позволяющий перемещаться на высоких скоростях, фактически не испытывая проблем, ну, с таким явлением, как эффект экрана. То, что вот испытывают транспортные средства, перемещаемые на поверхности Земли. То есть на высоких скоростях огромная сила действует на транспортные средства, препятствует его перемещению и старается оторвать это транспортное средство от Земли. Те из вас, кто смотрел когда-либо соревнования гоночных автомобилей, знают, да, что у гоночных автомобилей у всех есть специальные устройства, которые прижимают автомобиль к земле, чтобы на высоких скоростях этот автомобиль просто не взлетел. Вот. Эффект экрана, опять же, на высоких скоростях свыше 300 там, км в час, 90% энергоперемещения транспортного средства тратится на преодоление эффекта экрана. Здесь он фактически отсутствует. Путевая структура, как вы поняли, там земля. На сегодняшний день у нас есть три вида путевой структуры, то есть жесткий рельс, полужесткий рельс, провисающая гибкая путевая структура. И на территории экотехнопарка у нас сегодня реализованы все виды трасс Skyway, да, то есть и все это вживую, кстати, можно увидеть уже буквально. У нас сегодня понедельник, да, фактически меньше, чем через две недели на территории экотехнопарка в Республике Беларусь у нас раз в год проходит мероприятие, его можно назвать отчетным, где руководство нашего проекта озвучивает все то, что было сделано за предыдущий год, показывает те результаты, которые достигли на сегодняшний момент, озвучивает планы на ближайшее развитие, на ближайший год развития группы компании Skyway. И, как правило, несколько тысяч человек, да, то есть если на первом экофестивале было порядка там 700 человек с разных уголков земного шара, то сейчас это несколько тысяч человек, которые приезжают на территорию экотехнопарка в Республике Беларусь и своими глазами видят, куда пошли денежные средства, которые эти люди вложили в развитие технологий. Да? То есть любой человек в момент запуска с 2014 года и по сей день может стать совладельцем пакетов долей. Да? То есть он принимает долевое участие в развитии технологий на ранних этапах ее реализации. С выгодным дисконтом он приобретает данные доли. В условии развития нашего проекта заложено, что в идеале и то, к чему мы стремимся, каждая отдельно взятая доля будет стоить $1 США. На более, скажем так, заметно с хорошим дисконтом, то есть ниже уровня номинала, да, люди приобретают данные пакеты. У нас всего предусмотрено 15 этапов развития. Первый этап стартовал в 2014 году. Уровень доходности, либо дисконт, составлял несколько тысяч раз. Да, на сегодняшний день, на 13 этапе, в конце 13 этапа развития практически, уровень доходности в зависимости от пакетов, как вы приобретаете, либо дисконт, составляет от 14 до 60 раз. Соответственно, в несколько раз, скажем так, ну, наверное, уровень доходности с точки зрения инвестирования снизился, но тем не менее сегодня выгодно становиться владельцами пакетов долей для того, чтобы в будущем получать доход либо от перепродажи. Момент монетизации этих долей, да, на какой-либо площадке, как это будет предусмотрено рынком и развитием нашего проекта. Вот. Либо в дальнейшем предусмотрены в инвестиционном меморандуме те люди, которые становятся владельцами пакетов долей на любом из этапов, да, то есть самое главное то количество долей, которым вы владеете, будут иметь возможность получать от 20 и выше процентов от прибыли компании в виде дивидендов, то есть деньги пришло 100 рублей, грубо говоря, 20 рублей там распределяется между всеми, кто поддержал проект на начальном этапе. Какую, скажем так, стратегию выберет человек, принявший участие в нашем проекте, наверное, зависит от него. Кстати, вот я бы хотел задать вам сейчас такой простой вопрос. Смотрите, давайте так, есть огромное количество людей, которые пришли к нам, ну, наверное, не с патриотической, как это сказать, да, с морально-этической точки зрения. Они узнали про технологию. Они узнали про то, что генеральный конструктор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий уже на сегодняшний день 4 десятка лет работает над реализацией данной технологии. Да? То есть первая мысль появилась, классная технология, забота о будущем, о детях, об экологии и так далее, хочу помочь человеку, да. Вот. Есть люди, которые к нам приходят и видят, что здесь, скажем так, действительно тусуются те, кому не безразлична жизнь на нашей планете, да, они становятся частью этого коллектива, вливаются, и для них это тоже очень важно. Есть те, которые увидели здесь возможность получения дохода. Вот давайте первые две причины, что я назвал, мы коснемся темы дохода просто, да. Вот вы являетесь нашим партнером, инвестором, там, человеком, который развивается вместе с нами. И вот просто поставьте мне циферку 1
Если вы, скажем так, больше склоняетесь к тому, что когда начнется котировка там долей компании, ну, монетизация долей компании, ваша задача будет продать их сразу же, да, и получить доход, поставьте цифру К1 в чатах. А те, кто готов ждать в дальнейшем получения дохода от дивидендов, да, то есть и потенциально стоимость каждой доли в дальнейшем будет расти по применению технологий в разных уголках земного шара, соответственно, количество адресных проектов будет расти, технология будет применима, ценность технологии возрастает, соответственно, и стоимость долей будет расти. Вот поставьте один, кто готов продать, и два, кто готов ждать, скажем так, получать доход в будущем от дивидендов, которые будут распределяться с прибыли с разных уголков земного шара. Вот я смотрю, что в чате Мирополиса у нас двоечки пошли, да, то есть это люди, которые, скажем так, ну, наверное, рассматривают данный проект как инвесторы, да, то есть долгосрочные инвесторы, и цель в дальнейшем иметь пассивный источник дохода, который просто-напросто будет позволять им, там, если каждый год или каждый, там, раз в полгода, как это будет принято, да, будет распределяться. Есть те, кто пишет 1 и 2. Да, есть огромное количество людей, которые являются нашими партнерами-инвесторами, которые, возможно, какую-то часть долей на начальном этапе продадут, а на оставшиеся доли, да, которые у них будут в большом количестве, просто будут получать дивиденды. В принципе, и та схема, наверное, хороша, да, потому что кого-то лучше или хуже я не могу, но вот данные возможности реально есть, как и возможность потом продать доли, когда будет монетизация, так и получать дальше. Действительно, поначалу, когда запускался наш проект, огромное количество людей слушали, скажем так, вебинары лидеров, там, людей, которые эти вебинары проводили, и были расчеты, сколько будет стоить доля там, через 5 лет, через 10 и так далее, какие дивиденды можно получить. Но я думаю, огромное количество людей с удовольствием бы занималось каждый день тем, что им нравится, да? Если бы у них был источник дохода, им бы не приходилось думать о том, что им завтра нужно будет есть, на что им одеваться, как там, на какие деньги расти детей и так далее, так далее, так далее. Вот. И действительно, наш проект позволяет в дальнейшем прийти к той ситуации, когда у вас сначала будет обеспечена так называемая с точки зрения финансовой грамотности финансовая безопасность, да, потом будет финансовая, скажем так, независимость, и потом нужно прийти к финансовой свободе. То есть это тот момент, когда деньги в плане того, что вот сколько их у вас есть и так далее, вас не будут сильно беспокоить, потому что вы всегда будете понимать, что, ну, конечно, опять же, если вы не захотите там летать на Марс, строить космические корабли или придумать что-то еще такое, да, вот из рук вон выходящее, типа я там хочу завладеть алмазными копьями в Южной Африке и так далее, то есть, ну, вот есть люди, которые понимают, что сумма там пусть несколько миллионов долларов и так далее, позволяет им жить безбедно и не нужно, скажем так, рвать жилы и пытаться, скажем, обирать все больше и больше количество людей. Хотя, я думаю, никто из нас, кто двигается в нашем проекте, у него в голове нет такой мысли. Потому что есть разные подходы у людей, имеющих деньги. Да? Огромное количество людей, которые сегодня можно считать достаточно богатыми. Далеко не все из них кичатся этим, далеко не все это публичные люди. Они создали свой доход. Вот. Ну и как бы нет цели такой, чтобы, скажем так, заработать все деньги мира. Хотя, вы знаете, есть же люди, которых называют олигархами, да, вот все, всегда возникает вопрос, ну сколько тебе еще надо миллиардов, да, для того, чтобы ты там успокоился и занимался, скажем так, спокойно жил и так далее, и так далее, и так далее. Ну, этот вопрос риторический. Для кого-то супчик жидковат, да, кому-то бриллианты мелковаты. То есть, ну, это, наверное, будет всегда, но тем не менее, я думаю, дойти до состояния, когда ты понимаешь, что никого, скажем так, не напрягая, да, никого, скажем, не ставя ниже себя, ты получаешь доход, и этот доход тебе позволяет чувствовать себя, скажем так, ну, человеком и получать то, что ты хочешь от жизни, без излишеств каких-то и так далее, да, хотя излишества тоже для каждого свои. Вот. Я, например, не очень люблю смотреть передачи, и вообще телевизор мало смотрю, да, вот у нас огромное количество передач, где показывают, как кто-то там заработал кучу денег, и как он их там растрачивает в ночных клубах на дни рождения, да, сколько миллионов долларов потратили там на празднование дня рождения его самого, либо там его членов семьи и так далее, так далее, так далее. Как по мне, так лучше эти деньги, там, кучу миллионов долларов направить в русло, которое поможет сделать лучшую жизнь его самого и людей, которые его окружают. Но это мое мнение, но оно не обязательно для всех остальных. Итак, друзья, что хотелось бы еще сказать про технологию. В 2014 году
Количество сотрудников, которые работали на реализации технологий, был один человек, это генеральный конструктор Анатолий Дорощеницкий. Да, сегодня это более 800 специалистов, которые работают на территории Республики Беларусь. У нас сегодня есть большое количество активов, как говорил генеральный конструктор, порядка 20, скажем так, зданий, да, имеется в собственности. Все это благодаря тому, что люди приходили, инвестировали денежные средства, приобретали, скажем так, новейшее оборудование. Благодаря нашим конструкторам, работающим в предприятии «Струнные технологии» в Республике Беларусь, разработана целая линейка двигателей мотор-колесо разной мощности для разных транспортных средств. Да, транспортных средств на сегодня уже порядка десятка. Вот. И наш проект уже очень близок к тому, чтобы быть реализованным в целом ряде стран и регионов. Ну, тот, кто внимательно следит за новостями, периодически, скажем так, на территорию экотехнопарка в Республике Беларусь на наше производство приезжают представители различных государств, да, которые убеждаются в том, что технология жива, что, скажем так, перспектива реализации данного транспорта в разных уголках земного шара, она становится все более реальной, все более осязаемой. Ну, вот то, что я говорил, например, да, вот тем же активам. У нас есть, собственно, четырехэтажное здание, которое находится в промышленном районе города Минска, недалеко от метро «Тракторный завод», там буквально 3 минуты пешком. Есть производственные площади, находящиеся на окраине города Минска. И, собственно, экотехнопарк, про который я говорил, да, то есть у нас сидит строительство на территории Объединенных Арабских Эмиратов, как было сказано в последнем видеообзоре новостей из Республики Беларусь, из города Минска, что объектов уже несколько на территории Эмиратов, да. Ну и все это, как я говорил, создано за 4 года. То есть наработано, скажем так, специалистами нашей компании, огромная армия людей, инвесторов с разных уголков земного шара. То есть территория там, как называется, порядка 200 стран и территорий, да, на сегодняшний день более 400 тысяч инвесторов с разных уголков земного шара. Есть поддержка от людей сильных мира сего, ну, например, высшее руководство целого ряда эмиратов такой страны, как Объединенные Арабские Эмираты, поддерживает наш проект. Действительно, очень важной вехой в конце апреля стало подписание, скажем, одобрение, да, шейхом Дубая проектов, в которые зашли 6 инфраструктурных проектов по улучшению транспортно-инфраструктурной ситуации Эмирата Дубая и города Дубая. И одним из проектов является строительство 15-километровой трассы с 21 станцией. Эта система называется SkyPods, имеет прямое отношение к нам. То есть проект развивается, да, проект близок к тому, чтобы быть реализованным. И сегодня есть много разных вопросов. Вы знаете, да, то, что разрабатывает собственная блокчейн-платформа. Опять же, криптонаправление, скажем так, развитие, не только криптовалют, там, токенов каких-то и так далее. Да, в принципе, за последние 10 лет, наверное, развивается технология, активно, наверное, последние 3-4 года. То есть она встает на ноги, она никуда не денется. Соответственно, данное направление на вооружение взяло и руководство группы компании SkyWay. То есть когда будет запущена уже на полный, в полном объеме работа криптоплатформы SkyWay, нам будет объявлено. Да. Важно понимать следующее, что нас не минет чаша сия, да, как я говорю, что раз технология блокчейна существует, и они все больше и больше говорят, и существует целый ряд стран передовых, да, ну, таких, например, как США, Швейцария, там, Япония, на территории которых разрешено работать с криптовалютами, да, с технологиями блокчейна. Кстати, Белоруссия одна из тех стран, на которых, скажем так, на уровне правительства разрешено работать с криптовалютами, то есть любой гражданин Республики Беларусь имеет право владеть, имеет право продавать, обменивать криптовалюты, да, и, скажем так, принимать участие в работе данной схемы, что тоже очень важно. Почему я это говорю? Потому что все-таки основное производство, основные, скажем так, кадры пока на сегодняшний день у компании «Струнные технологии» находятся на территории Республики Беларусь. Я могу предположить, это не 100%, это мои предположения, сразу хочу сказать, да, то есть не надо это привязывать к официальной информации, но, возможно, опять же, те же токены SkyWay, да, они будут также котироваться и в дальнейшем, скажем так, проходить монетизацию на белорусской криптобирже, которая вот, скажем так, в конце 19-го, начале 20-го, в середине 20-го года должна заработать в полный рост. Да, то есть осуществлять все операции, которые осуществляют обычные криптобиржи, да, находящиеся в других странах. Бирж много. Вот, в Белоруссии официально биржа, которая имеет поддержку на государственном уровне, является резидентом парка высоких технологий «Большой камень», который находится под Минском. Да? То есть данное предприятие, оно, именно биржа, на ближайшие 5 лет освобождена, скажем так, от каких-либо налогов, то есть не уплачивает НДС и так далее. Соответственно, включен зеленый свет в
развитии данного направления в Республике Беларусь. Частью развития группы компаний будет и та самая блокчейн-платформа, о которой, скажем так, мы начали говорить в августе прошлого года. Да? Первый раз информация прозвучала от Анатолия Дорочуницкого. Ну, я думаю, что какая-то информация о развитии блокчейн-платформы будет озвучена и в этом году на территории мероприятия под названием «Экофест-2019», которое пройдет 17 числа возле города Марьиногорка на территории нашего экотехнопарка. Буквально два слова хочу сказать о тех новостях, о которых начал говорить в самом начале. Те люди, которые являются нашими партнерами и осуществляют, скажем так, вот вывод денежных средств посредством крипто-кошельков, да, наверняка видели новость, которая говорилась о том, что вывод денежных средств, ну, по всей видимости, заработанных по партнерской программе компании Skyway Capital, будет осуществляться следующим образом. То есть для того, чтобы выводить деньги на криптокошельки, вам необходимо, скажем так, до этого осуществить три вывода денежных средств на обычные кошельки. Да? То есть все это связано с безопасностью, все это связано с верификацией партнеров, потому что многие, скажем так, криптовалюты действительно работают в анонимном режиме. А прозрачность и безопасность наших партнеров – одна из важных, скажем так, составляющих успеха группы компании Skyway. Что еще хотелось бы отметить, то что, если вы внимательно следили за новостями внутри личного кабинета, если вы развиваете активную партнерскую программу, у нас произошли изменения в партнерской программе. Вот. И в ближайшее время вы сможете ознакомиться с этими изменениями на странице для партнеров партнерской программы, то есть там будут прописаны все статусы, появился новый статус, увеличены вознаграждения на целом ряде квалификации партнерской программы, то есть я считаю, что это движение в сторону плюса. Вот. Что хотелось бы еще отметить, коллеги, у нас сегодня 5 число, и сегодня последний день, когда можно приобрести билеты на второй день мероприятия, которое будет проходить на территории города Минска, да, это Falcon Club, рядом с гостиницей Мариот, да, там будет проходить мероприятие 18 числа, это для партнеров компании Skyway Capital, где будет, скажем так, празднование успехов развития компании Skyway Capital, будут награждены, скажем так, успешные партнеры различными видами, скажем так, премий, да, которые будут. Будет подарен подарок Анатолию Дарычу Низкому. Вот. Skyway Together 2019. Да, это то, что будет проходить 18 числа. И вот у нас осталось буквально несколько часов, пока еще будет предоставлена возможность приобрести билет на второй день. Да, он стоит денег, он стоит $50. То есть там будет большой праздник, там будет, скажем так, пища, еда, там будет шведский стол. То есть можно стать, как говорится, членом команды Skyway, присоединиться, скажем так, к своим единомышленникам и вместе, ну, хорошо провести день в кругу тех людей, у которых, скажем, светлые мысли, выбрано направление развития на, как минимум, ближайшие несколько лет, а может, десятилетия, да, то есть в хорошем настроении провести этот день. Все это будет происходить в воскресенье, 18 числа. Поэтому те, кто еще не приобрел билеты, но хочет попасть на данное мероприятие, я вам просто рекомендую поторопиться. Итак, друзья, я сейчас хотел бы услышать ваши вопросы, если таковые имеются, да? Я вижу, что у нас в соцсетях тоже люди, скажем так, в основном поставили двоечки, да, то есть те, кто пришел создать источник пассивного дохода, скажем так, жить на дивиденды от тех долей, которые они приобрели, да, потом стоимость доли, она будет расти потенциально по мере реализации технологии, да, соответственно, в любой момент вы сможете подарить какое-то количество долей там, своим потомкам, будь то там детям, внукам, если захотите это сделать, да, потому что обеспечить, скажем так, безбедную жизнь им. Либо, если захотите, по мере, скажем, стоимости, роста стоимости долей, просто-напросто продать какую-то часть, если вам это понадобится. При желании, да. Итак, коллеги, если есть какие-то вопросы, то давайте вы зададите, а я постараюсь ответить на эти вопросы. Я лично буду на мероприятии, которое будет проходить 17 числа, поэтому, возможно, с кем-то из вас мы встретимся на территории экотехнопарка.
Честно, хочу сам прокатиться в нескольких видах транспорта. Вы знаете, да, в этом году будет предоставлена такая возможность. Всем, кто будет являться посетителем данного мероприятия, им будет предоставлена возможность проехаться внутри целого ряда транспортных средств SkyWay. Да. Там еще много чего будет продемонстрировано, начиная, скажем так, от каких-то аттракционов пляжной зоны, да, заканчивая, скажем, ну, отчетом. Я думаю, что с ним выступит генеральный конструктор технологии Анатолий Дорчевницкий. Нам расскажут, что было сделано, где-то подведут итоги и где-то, скажем так, покажут перспективу того, что нас ждет в ближайшее время. Все мы ждем действительно активного строительства разных кулаков земного шара. Я думаю, что мы к этому двигаемся уверенной поступью. В Мирополисе, я смотрю, ни у кого вопросов не возникает. Интересно, есть ли такие в соцсетях? Давайте я вас спрошу, пока вы пишете. Поставьте цифру 1. Нет, наверное, не 1. Давайте цифру купим все-таки. Те из вас, кто будут ехать на экофестиваль. Может, я пойму, с кем я смогу увидеться там. Ага, Татьяна, приветствую вас. Ага, Светлана. Вот из тех, кто в Мирополисе, уже 2 человека едут. 3. Но Лилии, наверное, ехать недалеко, да, если не ошибаюсь. Там, по-моему, Лилия из Беларуси у нас, да? А из Одессы. Ну, из Одессы. Кстати, ходит поезд, там ошибаюсь. Одесса. Раньше ходил Одесса-Санкт-Петербург, он шел и через Минск, по-моему. А нет, он через Минск не шел. Могилев, Витебск, туда, наверх. Хотя из Одессы, по-моему, до Минска паровоз, если не ошибаюсь. Спасибо те, кто поставил пятерочки. Вот, то есть реально можем пересечься с вами на территории экотехнопарка. Мы в этом году будем стараться приехать, скажем так, перекусить и сразу одним из первых автобусов отправиться на территорию технопарка, чтобы посмотреть, опять же, одним из первых, да, покататься на транспорте и так далее. Потом предоставить возможность нашим инвесторам. Мы все-таки сотрудники компании, поэтому вот таким вот образом. Итак, друзья, спасибо вам за то, что ставите пятерки. Вопросов так и не прозвучало никаких. Почему еще никто не сделал выгодное предложение в SkyWay? Для нас это, конечно, хорошо, но интересно, почему те, у кого есть возможности, не используют их. Вы знаете, ну, можно много предполагать, да, и я, скажем так, своими предположениями могу не угадать ничего, но действительно, в мире существует, наверное, не так много людей, которые вкладывают денежные средства в венчурные проекты. Да? Большинство людей, которые, скажем так, ворочают крупными суммами, там, миллиардами и так далее, как правило, входят, ну не то что в большинстве случаев, но зачастую, да, тогда, когда уже действительно акции появляются на какой-либо биржевой площадке, они видят, скажем так, что технология живая, и тогда, скажем, идет вложение крупных сумм. Что возможно случится и с нашим проектом. Вот. На начальном этапе, особенно вот банковские структуры, да, они не любят рисковать своими деньгами. Почему, кстати, вот и пробовал когда-то Анатолий Эдуардович брать кредиты в банках, да, но никто ему не давал, потому что ему, скажем так, продемонстрировать было нечего. Вот смотрите, 4 года, 5 лет назад, да, например, действительно можно было показать технологию на бумаге в видеоролике, да, о том, что когда-то что-то было. Сейчас реально есть транспортные средства, путевая структура, приезжай, смотри. Но сейчас, возможно, уже и залазить, скажем так, какие-то банковские кредиты смысла нет, да? Цель, наверное, действительно сначала, скажем так, зацепиться за несколько адресных проектов, приступить их к реализации и в дальнейшем, получая уже доход, да, самой компании создавать адресные проекты, предлагать за свои деньги строить, но уже и условия, скажем так, реализации данной технологии будут немножко другими. Какая будет собственность, да, как будет распределяться прибыль с адресных проектов, наверное, мне вот это предполагать сложно, все это будет, наверное, в каждом конкретном случае выглядеть по-своему, да. Какие дивиденды могут быть на 95 тысяч долей? Ну, вы знаете, Виталий, это можно рассчитать, вот, всего долей свыше 400 миллиардов, да, то есть вы от прибыли, которую вот потенциально видите, делите эту прибыль на 5 частей, пятую часть прибыли, да, делится на все количество долей, соответственно, потом вы можете посчитать, сколько каждая доля в виде дивидендов может принести, умножить на то количество долей, которые есть у вас.
там будет 0,0000 чего-то умножить на 95 тысяч. Поэтому посчитайте сами. Я вам не могу сейчас назвать, какая точная сумма прибыли может прийти с какого-либо проекта. Да? Ну, посчитайте, оттолкнитесь там от 100 миллионов долларов, если хотите. Да? Можете посчитать от миллиарда. Но это пока все будет в теории. Да? Вот вопрос. Кто-то покупал на сайте РСВ, сейчас увидел, что есть возможность Skyway Capital. Да? Сколько всего? Всего на данный момент, насколько мне известно, три структуры, которые занимаются реализацией, скажем так, долей группы компании Skyway. Это непосредственно на сайте RSV Systems, там, где вы покупали, это компания Skyway Capital, вот презентация, которая сейчас проходит, да, и, скажем так, компания Skyway Invest Group. То есть вот в трех каких-либо структурах вы можете приобретать долю. Условия везде разные, скажем так, номинал пакетов долей тоже отличается, да, то есть каждая компания из себя представляет отдельное юрлицо, но в итоге реализуются доли группы компаний Skyway, и все люди, которые приобретают доли в одной из трех компаний, они попадают в один общий реестр. Поэтому, вот опять же, где лучше, где хуже, ничего вам не буду говорить, разбирайте сами. Единственное, я могу сказать, вот в RSV есть пакеты классные и так далее, есть Skyway Capital, и просто градация может немножко меньше. Большее количество пакетов, да, разных номиналов. Но процентное соотношение, точнее, скажем так, дисконты и так далее, они совпадают с РСВ. Просто есть, например, в РСВ там пакет 50, там 100, 500 и так далее, а в компании Skyway Capital есть там 50, 100, 200, там 50, 500 и так далее, и так далее. Ну и плюс партнерские программы, да, то есть они отличаются сильно. Есть партнерская программа Skyway Capital, по которой вы можете. Кстати, опять же, вернусь к чему. Да, вот смотрите, вот, по поводу партнерской программы зачастую возникают вопросы. Люди, скажем, начинают высказывать свое фе, да, скажем так, отворачивать нос и так далее, говорить, что это за фигня, какая-то партнерская программа. Партнерские программы существуют фактически сейчас везде. В банковских структурах, когда реализуются какие-то банковские продукты, в страховом бизнесе, кстати, вот та же самая криптовалютная биржа, которая сейчас стоит на ноги в Беларуси, у них тоже есть своя программа, так называемая Bounty, да, вот это вот часто используется в криптомире. То есть, если вы сами приобретаете какое-то количество токенов, например, этой биржи, да, и кому-то там рекомендуете, то вам 5% от количества приобретенных токенов людьми, пришедших по рекомендации, в виде баунти просто начисляется на счет. Не деньги вам дают, а токены дают. Это вот обычные примеры жизни. То есть люди используют партнерскую программу по полной. Спасибо, Татьяна, что дали сайт Skyway Capital. Да. Ну, человек и нового тоже нашел. Так. Еще какие есть вопросы, коллеги? Потому что я смотрю, в соцсетях у нас сегодня активности большой нет. Итак, у нас, в принципе, две недели осталось до мероприятия, ну, которые достаточно важны, для меня важны. Я действительно хочу очень попасть на территорию экотехнопарка, еще раз своими глазами увидеть, потрогать, да, проехаться и так далее, убедиться в том, что вот мы имеем то, что есть. Хотя я в это верю и так, да, я ездил за прошедший год несколько раз был на производстве там и так далее, видел своими глазами, как создаются эти транспортные средства и прочее, да. Но увидеть достижения, услышать, скажем, из первых рук, как говорится, да. Ну вот Ленар задал вопрос, откуда Skyway будет брать электричество, да. На сегодняшний день реализована технология двигателя мотор-колеса, да, которые стоят на транспортных средствах. В принципе, в дальнейшем тот же высокоскоростной сегмент, да, тяжелые транспортные средства, которые будут перевозить те же контейнеры, там 20-40-футовые, вот. Будет реализована технология токосъема. Вот и все. То есть будет сниматься электричество с самого рельса, и либо рядом будет, скажем так, осуществлен протянут какой-то метро, да, есть же токосъем. Вот примерно такая технология будет реализована и у нас в Skyway. Есть ли еще какие-нибудь вопросы, коллеги? Было бы здорово, вот если вы в соцсетях, например, да, опять же, мы про это всегда говорим, когда вот проводим мероприятие, то, что вот здесь вы напишете в вебинарной комнате, мы сможем потом действительно зайти и вытащить эти вопросы и так далее. Я бы вас попросил действительно написать какие-то наболевшие вопросы, ваши сомнения, сомнения, с которыми вы сталкиваетесь, да, в своей повседневной жизни, когда вы делитесь информацией о развитии нашего проекта.
Вот. Направления, которые были вам интересны, чтобы вы слушали информацию на мероприятиях, которые проводятся, скажем так, ну, под эгидой Skyway Capital в первую очередь. Да? Вот если вы напишете это нам, мы, скажем, обработаем. Какие-то вопросы, если есть по технологии и прочее, смело напишите, мы постараемся сформировать как бы письмо и направить ее в конце концов в конструкторское бюро в Минск и постараемся добиться ответов, да, на наиболее наболевшие вопросы. Напишите только их вот в комментариях под видео сегодняшним, да, сегодняшнего вебинара, либо здесь в Мирополисе внутри. И мы эту информацию, скажем так, соберем, упакуем и постараемся эти вопросы, если сами не сможем на них ответить, переадресовать тем, кто может дать квалифицированный ответ. Ну, надеемся, что смогут дать квалифицированный ответ. Хорошо? Напишите все, что есть у вас внутри. Все, что есть в головах, либо сердцах, душах тех людей, которым вы доносите информацию. Вот если вы это сделаете, вы нам очень поможете. Вы нас, по крайней мере, еще направите в то русло, над которым и нам придется потрудиться, да, скажем так, для того, чтобы ответить вам грамотно на то, что беспокоит, на те вопросы, трудности, которые возникают и так далее, и так далее. Я, наверное, на этом буду заканчивать. Хочу поблагодарить то, что были сегодня с нами. Сейчас вот единственное, наверное, прозвучит вопрос. Когда закончу стройку в Эмиратах, Василий задает вопрос. Ну, мне очень сложно ответить, поймите правильно. Я, во-первых, не нахожусь на стройке, да, я не являюсь прорабом. Я не видел плана, то есть он у меня не лежал. Важно отметить следующее, что стройка не стоит на месте. То, что, скажем так, каждый день там проводятся какие-то работы. Для меня важно то, что сказал генеральный конструктор, что к строительству адресных проектов мы приступим раньше, чем закончим мероприятие по строительству, например, инновационного центра в Шарджа. Да? То есть параллельно будет развиваться и доработка того, что мы строим в Шарджа, а там несколько линий. Да? Вы знаете, 4 путевые структуры там и так далее. По поводу, опять же, готова ли сертификация продукта как такового, это вопрос. Вот, было бы здорово, если вы приехали с этим вопросом, да, либо кто-то его озвучил непосредственно, например, на экофестивале. У нас будет там наверняка какое-то количество минут, либо час вопросов-ответов генеральному конструктору. Вот. Отличный вопрос. Приезжайте и задавайте его в лоб, как говорится, да, задайте сложный вопрос. И вам из первого источника дадут ответ. То, что работы в этом направлении ведутся однозначно, то, что у нас сегодня более 80 полученных патентов и сертификатов там в разных странах, вы тоже, наверное, знаете, да, один из слайдов данной презентации, просто на нем не заострил сегодня внимание, это легко можно найти на сайте, в новостях. Вот. Готов ли, скажем так, окончательно, и что вы, опять же, подразумеваете под тем, что готов ли продукт, чтобы получить сертификат по евростандартам, давайте мы озвучим это там через 2 недели, чуть меньше уже. Через 10 дней, да, фактически, через 11. Итак, коллеги, буду заканчивать. Спасибо за внимание. Здоровья, любви, денег. Хорошего теплого августа, что я не могу сказать про Москву, да. Но, тем не менее, я думаю, что мы еще хапанем солнца, витамина D. Всем этого желаю. Тем, кто не отдыхал, еще желаю отдохнуть. Вот, получить удовольствие от жизни, хотя получайте его каждый день. До новых встреч в эфире. Спасибо за внимание. До свидания.